Я приглашаю вас в путешествие за край Ойкумены. Римский император, стоик, философ Марк Аврелий сказал, следует раз и навсегда положить конец дискуссиям о том, каким должен быть хороший человек, и просто стать им. А сейчас мой дух преобразуется, и вы увидите путешествие сквозь время. Я сейчас нахожусь в библиотеке Оксфордского университета. И я являюсь профессором философии этого университета, а также нескольких других университетов Ivy League. Кроме того, я занимаюсь метафизикой, хиромантией и другими запрещенными на Земле науками. Преобразование и философские предсказания. Советы Оракула. Господа, я вам хочу открыть большой секрет. Я не тот человек, о котором вы ранее представляли себе. Я вообще не человек. В предыдущей программе я показал, что я the architect, архитектор из Матрицы. А в действительности я профессор хиромантии Йельского и Оксфордских университетов. Я являюсь сыном Рабиндраната Тагора и внуком Крепыша, далеким родственником Сократа, Платона и Аристотеля. Вы просто обязаны слушать меня. И если вы не будете слушать, то здесь на Земле произойдут страшные катаклизмы. Вы слушаете ваших политиков, эти ничтожные люди ведут вас на бойню. Они быки-провокаторы. Слушайте только меня. Последний человек, в человеческом образе я имею в виду, он тоже был не человек. Это был Ошо, которого уничтожили, потому что он говорил правду. Меня тоже могут уничтожить. Я имею в виду мое тело. Мой дух никто не уничтожит. Поэтому слушайте мой дух, пока я здесь, перед вами, нахожусь в человеческом образе. В любую секунду наша земная жизнь может закончиться. Люди, будьте бдительны. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Пока.